Ребятушки, всем привет! С вами Сэш. И Лилу. Сейчас мы находимся в селе Серебряном. Это Горьковский район Омской области. В селе Серебряном строится новый храм святых Петра и Павла. На этом месте некогда была церковь. Сейчас осталась только подвальная часть от нее. Так называемая подземная церковь. В советское время безжалостно была уничтожена. Хотела я ртыш перекинуть. Ты чего меня снимаешь? А чего, нельзя. А это гора истории. В гражданскую войну здесь проходили ожесточенные бои. На горе возвышается православный крест. Сейчас идем в Чайку Святого Пантелеймона. Воды! Слово сказать, сегодня начало лета. Начало лета и плюс 31 градус. Если бы не ветерок, о, это было бы вообще. Идем, 500 метров осталось. По пути нам попалась такая вот часовня. Еще немного недостроенная. Ну, думаю, всем миром достроя. Вот такая вот крутая лестница здесь. А мы идем к источнику. Вот, ребятушки, набрали мы воды из святого источника. Сейчас направляемся к памятнику природы. Вот провал земли и чертов палец. Оба-на! Путь нам пригодила речка. Серебрянка. Вот она. Так бы мы прошли, придется в обход идти. Смотрите, цветочки. Небольшой привал перед ужином.